Сейчас все чаще и чаще вспоминаю я последний день на земле Оренбургской. Вечерело уже, и обоз наш собирался становиться на ночлег. Увидал я тогда на холме всадника одинокого. Направил я кара к нему, поднялся на холм. Всадником этим оказался Еремка наш, покойного старика Афанасия, сын младшой. Спросил я его, о чем задумался он, о чем кручинится на родную землю с холма глядячи. Посмотрел он тогда на меня глазами полными слез и ответил: «Дядька, не пойду я дальше. Не сделаю больше ни шага с родной земли. Куда идти мне, зачем? Не верю я в то, что вернетесь вы оттуда назад. Не верю я, что возвратим мы себе степь родную, Урал, батюшку. Нет сил больше обманывать самого себя. Ничего у меня на земле это и не осталось. Отец да мать померли. Троих братьев старших красные убили. Табун мой, который с самого детства второй семьей мне был, разогнали да разворовали, под нож да под пули пустили. Ничего не осталось у меня на земле этой, кроме степи родной, кровью братьев, дедов и прадедов политой. Степи, в которой могилки отца и матери моих, по которой я ходить учился, на которой рос и силы от нее набирался, по которой табуны гонял, в траве ее под ночным небом спал на тулупе старом. Вырастила она меня, выкормила, родниковой водой напоила, водами Урала старого омыла. Как же могу я уйти с нее? Для чего мне искать жизнь в чужой земле, если намного слаще смерть на земле родной, в степи милой? Нет, дядька, не пойду я с вами далее. Не будет жизни казаку в чужой земле. Не будет счастью волку степному в земле, в землях чужих. Не сумею я быть гостем смиренным. Лучше уж с голоду или от пули помереть, но в степи родной. Прощайте, дядька, не держите меня и не говорите во след ничего. Развернул он коня резвого и стрелой помчался с холма в сторону степи нашей. А я стоял и глядел вслед ему. Только сейчас понял я, какой большой кусок жизни прошел за время этой войны. Только сейчас увидел я в Ереме не мальчишку-табунщика на Урале коня купавшего, да с Семкой покойным нашим вальчики в пыли игравшего, а казака взрослого, сильного и отважного, лучшего джигита из всех, что я видел. Только сейчас понял я, что этот Еремка, который в последней стычке с красными один срубил шашкой троих врагов, не мальчишка уж беззаботный, а казак, мужчина, воин, закаленный войной и побитый горем. Глядел я на него удаляющуюся фигуру, и вставали перед глазами моими древние казаки, предки наши. Тезка его, великий атаман Ермак Тимофеевич, безрассудные разбойники Емеля Пугачев, легендарный Рыжечка,
недалекие от нас герои Икана, все эти имена, лица сплетались воедино от самой древности и образовывали что-то великое, могучее, вольное. И я был частью всего этого. Но сейчас мне показалось, что, сделав еще один шаг на восток, мы обрекем эту старинную вольную силу на исчезновение, на гибель, на забытие.